Друзья, сегодняшний выпуск для тех из вас, кто без ума от шотландского произношения и хочет разобраться, что же такого делают шотландцы с классическим английским, что в их исполнении он звучит по-особенному. Допускаю, что есть совершенно полярные впечатления от шотландского английского, кому-то он нравится сразу же, а кто-то кривится от якобы сельского говора. Так было, кстати, в моем случае, и я прошла вот этот путь от презрения до обожания, и за полтора года жизни в этой стране замечаю, как меняется и эволюционирует мой английский, и как в нем стали появляться исключительно уникальные шотландские нотки. Но с чем я уверена согласятся многие, шотландский диалект точно ни с чем не спутаешь. Ну, чтобы не быть голословными, сейчас покажу вам отрывок из парламентских встреч, где один из депутатов несколько раз переспрашивает своего коллегу из Глазго, потому что просто не понимает, что ему говорят. Как известно, именно жители Глазго славятся своим плотным акцентом, и людям, которые не слышали такой акцент никогда, очень трудно его понять и расшифровать. Называется акцент Glaswegian accent, так что сейчас давайте насладимся его звучанием. Please repeat the question, because I didn't follow it. Well, very popular today. I've seen that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? I'm really sorry. Please, could you do it very slowly and intimately in English? Thank you. Ну что, как у вас впечатление? Напишите в комментариях, если вы поняли, смогли расшифровать, что говорил этот депутат. Ну а мы сейчас прослушаем еще два очень коротеньких отрывка. Они будут немножко отличаться, но все равно это в рамках шотландского произношения. Demonstrated. Poetry holds up a unique mirror to a nation's heart, mind and soul. It's the pure language that tells us who we are. And two of my favourites are Parcel of Rogues and A Nation and the absolutely brilliant Caledonia. Parcel of Rogues and A Nation, I think, is a very political message that he gives at that time. Что точно бросается в уши, это упругое рычание, которое, мне кажется, легче всего перенять именно людям, которые говорят на славянских языках. Но вместе с тем, это не твердое «р», как в русском, это нечто между «р» мягким и «р» твердым, то есть такое как бы поверхностное «р-р-р-р-р». Кстати, именно это первым у меня проклюнулось, например, в таких словах, как «period», «material», «seriously», «dangerous». И подобные слова, где буква «р» стоит в серединке, я произношу теперь только таким способом. Наверное, переходом на следующий уровень будет произнесение «р» в маленьких, коротких словах и в самом конце. Например, «where» или «are». Но пока что у меня это звучит не очень естественно. Я, конечно, тренируюсь, но в свою повседневную речь не ввожу и оставляю эти слова нейтральными. Отдельно замечу, что если после звука «р» идет «л», то шотландцы добавляют еще один звук, и получается «girl» или world, the best girl in the world, вместо the best girl in the world. Ну, и так можно сказать, естественно, просто это разные акценты внутри всего многообразия английских языков. Еще в шотландском английском замечаем более глубокие и удлиненные гласные. Если в классическом английском слова bath и man не рифмуются, я думаю, вы сейчас это услышали, то в шотландском очень даже хорошо рифмуются. И поэтому скажем man, understand. I don't understand that man. Также о и у очень акцентные, и иногда кажется на слух, что они сливаются. Например, that's not a problem. That's not a problem. I don't know. 5 minutes ago. И, наконец, третья ключевая особенность – это отбрасывание звука «т». И даже в словах «Scotland» и «Scottish», я сказала их сейчас с английским произношением, в шотландском варианте мы услышим «Scotland», «Scottish». Видите, оно там, это вообще профессионально называется «glottal stop», когда вы останавливаете поток воздуха у себя где-то вот здесь и, в общем, как бы делаете такую перемычку. «Стоп» и дальше звук проходит. «Scotland», «Scotland», «Scottish», не «Scottish». Scotland. Попробуйте. Еще можно встретить вот эту гортанную остановку в невежливом варианте слова what. Если вы переспрашиваете и такие чё, вот именно what с этой гортанной остановкой будет альтернативой переспросить чё, именно вот в таком наглом варианте, да, так скажем.
То есть там, ну, подростки часто говорят «уа», «уа». Видите, оно такое, как бы, это не просто «уа», мы его кинули и все. Это не «уа», это «уа». И дальше вот этот как дополнительный такой остановочный звук. Не знаю даже, как объяснить. Попробуйте сами потренироваться, это очень, на самом деле, просто. И в итоге именно благодаря вот этим компонентам и получается такая ломаная мелодия шотландского акцента, когда то длинный звук, то короткий, то какой-то провал из-за того, что отбросили «т», или наоборот длинное раскатистое «р». Я думаю, вы знаете, что есть отдельный самостоятельный гельский язык, родной язык Шотландии, но я им не владею, поэтому многого рассказать не смогу. Но чем хотела поделиться, это некоторыми словечками, которые из этого самостоятельного языка перешли именно что в шотландский диалект английского языка и используются сейчас в Шотландии ежедневно, просто составляя словарный запас жителей этой страны. В Шотландии вы обязательно услышите слово «wee» как замену слова «little», то есть «маленький». Например, «let's have a wee chat» — «давай быстренько поговорим», или «a wee bit» вместо «a little bit». И интересно, что в классическом английском слово «wee» значит «пописать», так ребенку можно сказать, ну или просто с кем-то там «I'm gonna wee and then we can go». Для обозначения молоденькой девушки и юноши есть отдельные слова «lassie» и «laddie». То есть, если вам сказали, если вы девушка, и вам сказали «Ooh, you bonny lassie», значит, вам сделали комплимент. Ну а слово «lad», я думаю, вы тоже многие слышали, это общее такое нейтральное британское наименование парнишки, мальчишки, хлопчика, в общем. Мы уже с вами отметили, что гласные звуки становятся длиннее, и часто это также отображается и на письме. Ну, например, «old man» или old man в обычном классическом английском будет писаться чуть-чуть иначе. Совсем немножко меняется написание слов mother и brother, они становятся mither и brither. Еще есть два близких по происхождению слова canny, значит такой хитрый, остроумный, осторожный иногда, то есть если, например, сказать ooh, that a canny lad, такой хитрый паренек. И, например, во фразе I dinny can, последнее слово can значит знать. И для тех, кто знает немецкий язык, я думаю, это не будет удивлением, потому что kennen, насколько я помню из своих школьных немецких уроков, это тоже знать. Или kennenlernen — это знакомиться с кем-то, то есть да, узнавать человека. Конечно, исконно шотландских словечек и присказок существует огромное количество, но чтобы их познать, нужно жить в каком-то маленьком регионе, где все люди только так разговаривают изо дня в день. Например, на островах Оркни или Шетланд, или в каких-то просто маленьких деревнях. В масштабе города невозможно научиться местному наречию шотландскому или тем более гельскому языку, но что действительно можно перенять в свой нейтральный или классический английский, это шотландское произношение, что и происходит в моем случае. Я каждый день общаюсь с шотландцами и, конечно, не могу не заметить, как разнится произношение даже внутри вот этой страны, и зависит оно только от того, где человек родился или прожил большую часть жизни. Такая вариация английского мне очень нравится, и я стараюсь более-менее унифицировать. Не могу сказать, что я точно буду обладать, например, акцентом Глазго или акцентом Абердина или Эдинбурга, но что-то такое общее шотландское я все-таки намереваюсь в себе развить. Ну что, друзья, на сегодня будем с вами заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот небольшой экскурс в фонетику шотландского английского. И, конечно, пишите в комментариях, что думаете насчет такого самобытного шотландского прононса, бывали ли вы в Шотландии и как вам было общение с шотландцами. Я знаю, многих это вводит в ступор, просто потому что непривычно слышать такой английский. Дайте мне знать, если хотите больше видео о шотландской разновидности английского языка, и увидимся с вами уже очень скоро на следующей неделе. Всем пока!